Первостепенные задачи, долгосрочные планы, уязвимые места Ульяновской областной клинической больницы. Эти и ряд других вопросов руководство главного медицинского учреждения региона обсудило вместе с областным министерством здравоохранения на встрече с губернатором. Главное сейчас, как отметил Сергей Морозов, это соблюдение генерального вектора развития системы здравоохранения. Это, прежде всего, конечно, профилактика. Конечно, это укрепление здоровья, это мотивирование нас, людей, самим уделять большое внимание своему здоровью. Ну и, конечно, здоровый образ жизни и раннее выявление тех заболеваний, которые, к сожалению, появляются у человека. 3 ноября по поручению главы региона руководство больницы сменилось. Наметились и новые реформы. Так, одним из ключевых приоритетов, который озвучил на встрече новоиспеченный главный врач медучреждения Павел Дегтярь, является реформирование системы работы ворот больницы, то есть приемного отделения. Через который проходят все наши пациенты. А таких пациентов у нас только за прошлый год прошло более 31 тысячи человек. Кроме того, порядка еще 8 тысяч людей приходят к нам просто получать амбулаторную помощь через приемное отделение. Кроме того, необходимо сегодня реализовать проект «Доступный». Поликлиники, доброжелательные поликлиники, которые сегодня реализуются у нас в регионе. В частности, речь идет об открытой регистратуре. Еще один важный момент – обновление медицинского оборудования и создание на базе областной больницы открытой реанимации. Взгляды руководства медучреждения разделяет министр регионального здравоохранения. Действительно, совсем другое уровень оказания медицинской помощи, разделение потоков, приближение отделения реанимации. Это вообще пересмотр концепции. Давайте реально смотреть, где у нас сегодняшний приемный покой областной больницы, он не отвечает никаким стандартам. Абсолютно оказание медицинской помощи, смешение потоков, действительно проблемы с обследованием, реанимация второго этажа, который также не соответствует. Поэтому, конечно, этот приоритет, который был выбран руководящим аппаратом, я считаю, он верный. Затронули на совещании вопрос реализации в регионе в будущем году проекта «Медицинский городок», что подразумевает единую работу основных учреждений здравоохранения региона в части совместной охраны, транспорта и централизации лабораторной и патологоанатомической служб. Рената Алиулова, Константин Никитин, новости Ульяновской правды.